Всем вкусного дня! Меня зовут Перчинка, и я фуд-блогер. Сегодня я познакомлю вас с интересным рецептом. Смотрите! Если не знаете, пожарить вам кабачки или баклажаны, то приготовьте из этих овощей вкусные оладьи. Баклажаны придают кабачкам более интересный вкус. В свою очередь, кабачки делают суховатые баклажаны сочными и нежными. Удачное сочетание овощей, попробуйте! Необходимые продукты. Кабачок и баклажаны промываем, отрезаем кончики с двух сторон. Если кабачок позднего урожая, снимаем кожуру. У молодого баклажана кожуру можно не очищать. Я не очищала, и горечи совершенно не было. Если у баклажана много семян, их нужно удалить. Кабачок натираем на крупной терке, слегка отжимаем от лишнего сока. Баклажан натираем на крупной терке. Лук очищаем, промываем и натираем на крупной терке. Соединяем в миске кабачки, баклажаны, лук, яйцо и муку. Добавляем соль, перец и куркуму. Все хорошо перемешиваем. В разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем столовой ложкой оладьи. Обжариваем оладьи на среднем огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны, до румяной корочки. По мере необходимости добавляем растительное масло. Оладьи из кабачков и баклажанов перекладываем на тарелку и подаем к столу при желании с любимым соусом, например, со сметаной. Приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!